Вы знаете, я подумал, 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 подумал и подумал, и придумал. Пусть вот этот канал работает. Валерий Савенков, Ейск. У нас не так уж и много площадок, чтобы делиться своими мыслями. Пусть работает. В конце концов, бывает так, что он работает, бывает не работает, бывает где-то посередине. Пусть работает. Где-то там мысль возникла, видео образовалось, там минута, 30 секунд. Пусть три человека, но это три человека наши. Это свои три человека. Я не знаю их, но они мои, настоящие, которые не предадут. Вот поэтому этот канал пусть работает. Там есть еще непонятный человек, пусть тоже работает.